Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем на проекте Родин Ролеплей, Центральный округ, внизу есть Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ней при регистрации. Также можете вводить промокод, вся информация есть в описании под видео. Сегодня у нас будет необычная серия, давненько я такого не делал. Сегодня мы будем прокачивать аккаунт Рыжика. Я хочу подарить ему свою машину, а именно Toyota Camry, которую я установил на слете. Дать ему денег, ну и возможно купить ему дом. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Давайте постараемся в этом ролике набрать как минимум 50 лайков. Да, я понимаю то, что вы не особо любите смотреть, когда помогают другим людям, но, пацаны, давайте будем как бы нормальными пацанами, девушками и поймем то, что я не могу помочь каждому, поэтому я помогу кому-то одному, какой-то этот человек, которому помогу, возможно, поможет другому человеку, и так будет цепочка. Вот такие вот номера я купил, ВВВ-395, без региона номер. Ну, реально будет классный подарок для Рыжика, типа, тем более Камри, сами понимаете, тачка тем более популярная. Про нее даже песни есть, поэтому почему бы и нет. Нитро я поставил, покрасил в черный, номера купил. Короче, эта тачка стоит, честно, не знаю сколько, но я думаю, около, наверное, 10 миллионов она стоит, потому что эта машина есть еще и в донате. Давайте я вам даже покажу то, что она есть в донате. Так, вот у нас автомобили, и вот здесь есть Toyota Camry. Вот, она стоит 3000 АЗ, пацаны. 3000 донат она стоит, поэтому я думаю, подарок будет нормальный для Рыжика. Как я вообще буду искать Рыжика? Я просто буду кататься, смотреть, кто чем занимается. И найдем какую-то работягу, которому мы все, в принципе, подарим и сделаем ему такую сладкую жизнь. Дадим ему хороший толчок, чтобы он с удовольствием играл на данном проекте, на данном серваке. Я думаю, это будет, пацаны, очень интересно, поэтому обязательно реально поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы вдруг не подписаны. Я реально хочу найти какого-то работягу, который будет работать, ничего не подозревать и ему сделать такой вот подарок. ID у него 305, давайте посмотрим, 305 ID. Так, у него... Нихуя себе, сказал я себе. Он, походу, либо какое-то задание выполняет, потому что у него денег, блядь, больше, чем у меня. Поэтому, скорее всего, ему нужно мне помогать, а не мне ему. Поэтому как-то так. Окей, поехали искать другого человека, потому что что-то я вообще не на того пацана нарвался. Он реально, блядь, 37 уровень у него. У меня, блядь, 36, у него 37, блядь. Так, я приехал в СТО, возможно, здесь есть механик, который нам подойдет. Так, смотрите, уровень 9. Наличные 40 тысяч. А, так, у него, по-моему, машин нету, да? Здесь не отображается. Значит, у него машин, в принципе, нету, да? 9 уровень. Блин, этот пацан нам очень подходит, реально. Очень подходит, поэтому давайте с ним сейчас пообщаемся. Я хочу тебе подарить машину, давайте допишем. Давайте посмотрим, что он мне ответит. А как, можно машину прямо здесь продать? Я просто не помню. Ну, давайте сейчас поедем на АБ. АБ, АБ, АБ. Куда нам нужно именно ехать? Я что-то не понимаю. Чего, блядь? Чего, блядь? Если хочешь, могу мне сделать за 2 кака. Бля, не, я такому пацану не хочу дарить машину. Так, давайте трейд ему кинем. Я дам ему 1 миллион. И ну его нахуй. Ебать, он что, ебанутый? Я ему лям дам и все, ебать, не. Я ему не буду дарить машину. Да нахер он мне дает свою хуйню вот эту. СП-плеер. Нет, я не буду ему машину дарить. Да ну нахуй, нет, ты шо? Я думал, нормальный пацан. Он говорит, я тебе могу минет за 2 миллиона сделать. Я ему собрался машину подарить за 10 миллионов. Алло, что происходит, блин? Вы понимаете просто? Я в шоке, реально. Я просто еду, и тут мне он такое говорит. Я просто охренел, реально. Поехали искать другого человека, не гоните, нет. Я не буду такому человеку дарить машину, который сделает минет за 2 миллиона. Ладно, мы себе бесплатно. Ладно, я шучу. Пацан ради виртов готов отсосать в игре. Нет, я такому не буду дарить машину. Вы шо? Нет, конечно. Нет, нет, нет. Нет, 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 пацаны. Конечно, предложение было заманчивое, но нет, я такого делать не буду. Все, пацаны, нашел идеального кандидата просто. Вот, короче, его аккаунт. В принципе, здесь ничего такого нету. Сейчас мы подарим машинку, квартирку, я думаю. Хотя, блин, зачем ему квартиру дарить, если он может сам себе ее купить? Кстати, моя квартира валит там домики, она слетела. И я теперь живу на вокзале. Все, поздравляю. Так, давайте ему трейд кидаем. Сейчас ему дадим денежку. Я думаю, 3 миллиона будет нормально. Так, давайте ему дадим бабки. Просто, чтобы у него было на развитие. Все, я ему передал деньги. Сейчас он себе купит эту квартирку. Сейчас его машинку телепортирую. Все, паркую машинку.
Там бензина, правда, нету, но я тебе сейчас дам велик, доедешь, купишь канистру. Блин, жалко, вам его не слышно, сука. Как это меня бесит просто. Все, пацаны, мы, в принципе, справились с задачей. Пацан оказался очень хороший. К сожалению, его не было слышно, но реально пацан хороший попался ему. Ну, лет, наверное, 12-14. Он только иногда начал играть. Поэтому я ему подарил 3 миллиона, машину, квартиру. Я думаю, все хорошо. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.